Доброе утро. Привет. Да. Это мы в школу собрались ехать, да? А Марсель тут Николаус приходил, да? Утром встал, смотрит, говорит, нормально. Я еще даже толком не видела, что там. Наушники ему подарили, смотрите. Ничего себе. А ты заслужил? Заслужил? Ну, ты Гастуфердинт? Да. Да? Попробуй. Можешь попробовать? Ну давай. Ты подожди, так не рви, наверное. Вот же внутри есть. Ой, вот сюда ее. Да, Марсель выучил по-русски слово нормально, да? Ну тут три упаковки конфет. Значит, это и Алине, и Вове, наверное, я так думаю, да, Марсель? А, ему конфеты не интересуют, смотрите. Конфеты это. Ешьте сами называется. Да? Ой, я еще не проснулась. У нас время-то 6:57, короче, 7 часов. Че там? Ну открывай быстрее, не и потом будешь трескать свои шарики. Я же тоже хочу посмотреть. Да, ничего себе. Нормально. Померишь? Надевай уже на уши. Вот так. Пилот. Ой, не Кляйн, а не как Вова, да? А вот здесь там ножка вы. Да? Нормально? Угу. Ну, слава богу. Ну все. Можем собираться в школу, да? Всем привет. Всем привет. Начинается такой влог. Марсель получил две посылочки с обуви. Сейчас будет примерять. И как-то не смотри, покажи нам. Я заказала ему две пары, потому что в магазине его размера не было. Поэтому они сказали, что не подойдет, можем принести в магазин. Ну, мы на выбор взяли две пары. А? Эти. Вот эти? Ты еще даже не померил их, вот эти. Давай. Ну, покажи другие тогда тоже. Один, второй. Маленькие. Ну-ка, ты носишь 30-й, это 31-й. Ты что? Я и так взяла уже то, что из-за меха побольше. М? Потому что у него есть, но они не на меху, а эти прям на меху. Ну давай открывай вторую коробку, посмотрим вторые. Они точно такие же, только цветом. Но я сейчас посмотрю. Мне кажется, что он не привык просто-напросто в таких с мехом ходить. Давай открывай. Вот. А эти просто темные варианты взяла. Они такие же. Попробуй эти, может, я как-то эти по-другому будут. Ну-ка, одень. Один такой оставь, другой такой одень. Посмотрим. Вот один снял. Сейчас смотрите, как внутри сколько меха. Вот их нет цена. Этих цена точно такая. Вытащить надо было, что-то не вытащил. Расстегни сначала их. О, да. Эти тебе? Да. Ты что, серьезно? Да. Ну-ка встань. Как? Эти прям хорошо. Ну-ка, пройдись туда. Подожди, нам надо решить, какие ты оставишь себе. Шлот. Да? А чем они? Они одинаковые модели, сына. Мама. А. Наверное, все-таки темные. Но они не черные, не темно-синие, я бы сказала. Да? Да. Да. В общем, Марсель решил оставить темные себе. Они внутри, в принципе, ну, с одной стороны, и хорошо. Меньше грязи видно на темных. Он говорит, что ему вот в этих, вот видите, там тоже. Дай-ка вот эту, пожалуйста. Дай сюда. Вот так. Смотрите, там внутри тоже все меховое. Сейчас посмотрим. Видите, она температуру, что как очень хорошо теплые они. И
Почему покороче? Потому что у него есть зимние сапоги. Марсель, только не садись в коробку, прошу тебя. Может, еще будем отправлять, подожди, в смысле, отнесем в магазин отправлять, говорю. И есть снежные для снега у него, прорезиненные, но это вот в школу ходить на каждый день. Все равно сейчас декабрь, январь, что холодные месяца, в общем, чтобы оставить вот эти. Не надо ничего отрывать, сыночка, подожди секунду. И, короче, вот эти оставим. Нет, подожди, нам надо знать, какие мы отнесем в магазин обратно. В общем. А видите, по дизайну они одинаковые. Ну, мне просто вот эти нравятся, это такое трендовое, да, сейчас расцветка у обычного мальчишек, у девчонок они носят вот такое вот. Ну, с другой стороны, чистка. Ну, а опять же, чистка мне сейчас не страшна, так как я имею салфетку инвольвер. Так что вот, ребята, смотрите, что я вам хотела показать. Это я специально ездила в русский магазин за мылом хозяйственным. Вот, вот такой кусочек. Они просто были в коробке, знаете, было жидкое хозяйственное мыло, но я взяла только брусок. Взяла его специально, чтобы стирать тряпочки от Гринвей. Витя смеялся долго. Вот, такой брусочек. Стоит он 27 центов. Поэтому я его упаковала в пакетик, думаю, домой привезу. Как-то его же надо было довезти. Ну, хоть бы могли пленку уже упаковать, да, с одной стороны. И также я взяла кору дуба. Вот, помните, я вам говорила, что у меня десна воспалены, вот, спрашивала я в немецком магазине, но там 100 грамм, что-то около 5,90, по-моему, было, можно заказать, ну, а я вот нашла в русском магазине 50 грамм за 2,99. Ну-ка. Во! 2,99. Ну, так стоит, интересно, написано, ну, что запарить туда-сюда на водяной бане, потом добавьте к воде в ванной. Думаю, я не для ванной, я для рта. Буду полоскать, сейчас сделаю тоже ее. И вот такие две соды взяла. Сода в доме нужна всегда, везде и вовсюду. Поэтому я взяла одну баночку для Алины и Вовы, а одну баночку себе. Вот такую в первый раз соду увидела. Обычно у нас в упаковках всегда они в картоновых, да. А это вот так классно, так здоровско, да, что она закручивается. То есть взял, сколько тебе надо ложечкой, закрутил, и она не будет выдыхаться. Ну, то есть вообще прям бомбастически. Мне понравилось. Стоила она 1 евро 49 центов. Ну, 450. А в картонной упаковке было по 500 грамм. Поэтому... И оно хорошо, когда горло пополоскать. Вот мне Вова, кто приезжал, был... Ну, так, не так давно. Он просил мне отсыпать соду, что ли, на горло полоскать. Помогает, говорит. Ну, вот я отсыпала, говорю, Вов, но она уже как бы староватая, да. Ну, вот еще взяла свежую. Она в быту вообще как... И как лекарство нужно, и когда иногда как чистящее. Я иногда пью соду, ну, сейчас пока нет, а до этого пила, гасила кипятком. Очень хорошо помогает сейчас, пока вот мне хватает так, чего пить. Так что вот, хотела бы это вам показать, пока я не забыла и не убрала в дальний ящик. Я готовлю, знаете что, у меня будет картошечка отварная. Я сделаю, у меня тесто... Смотрите, кусочек есть такое пельменное. Я остатки когда-то были, я его заморозила, сейчас достала. И сделаю что? Галушки. Отварю галушек, с картошкой соединю, потом сделаю зажарку обильно с луком. И, в общем, будет в пальчики оближешь. Вкусно. Мы такое любим. Это такое редкое, что я готовлю. Вот сегодня захотелось прям. Поэтому я сейчас лучок подготовлю на зажарку. Картошка у меня... доваривается, и потом останется галушки. Ну, галушки там быстренько все это сделается. Пока вот галушки варится, я зажарку и все. Также у меня сосиски вон там размораживаются. Я их тоже в морозилке была, держала, да, потому что, ну, купила сразу килограмм, что-то никто не хотел, я их в морозилку. Теперь они оттаивают, уже практически оттаяли. Я вот думала, может, я их соединю тоже в этот, в сковородке и обжарю. С лучком и прям все это залью, наверное, будет вкусно очень. Я так и сделаю. Вот. Знаете, так медленно, неторопливо, как будто у меня столько времени. Вагона мала тележка. На самом деле, не, много времени у меня нету. Так что сейчас как только закончу с галушками. Я не буду, наверное, вам эти галушки показывать, они вам нужны. Эти галушки. Поэтому. Слышите, моя шлейха хочет. Я стараюсь всегда подлавливать время, когда он идет играть, то я могу спокойно поснимать и на кухне повозиться, да? Что я буду? Оставлю. И в общем, вот. В общем, вот, ребята. Сейчас покажу вам картошечку.
Вот наша картошечка варится. Я вот на такие ломтики порезала. Сейчас она отварится. Я потом в отдельной кастрюле буду варить галушки. Потому что их будет много, и эта кастрюлька маленькая будет. Поэтому я буду другую брать посуду. Ребят, смотрите, хотела показать. Сейчас переложила в тарелочку все это дело. Марсель сегодня принес вот такого вот Дед Морозика. Тут Смартис внутри. Слышите? Вот. У них там они лотерейки тянут чуть ли не каждый день. У них декабрь такой вот подарочный. Все что-то всегда получают. Это сегодня была очередь Марселя. Вот он вытащил вот такую себе шоколадку. Пакетик вытащил. Вот такой Дед Мороз. Две печеньки. Одна, правда, сломалась у него. Он ее сразу захрямал. Вот такой мишка. И вот такая вот лотерейка тоже. Ну, я не знаю, купон, лотерея. Что Марсель ходит Египтес. Kein Haus auf Garten für dich in Deutsch. Да, то есть в переводе это «Марсель, сегодня для тебя нет домашнего задания» по-немецки. И так снизу я долго смеялась, смотрите, «Снеговик» написано. Блин, фокусируйся, смотрите, «Зале». То есть скидки, распродажи, короче, блин, и как вот на вещах ставят «Зале», так и ему, короче, скидку сегодня сделали. То есть он может потом вот талончик предложить к немецкому, и все. И он, получается, уроки типа того, что сделал. Капец. Декабрь. Ну, такие вот вкусняшки. Так что в декабре у нас очень-очень много шоколада. Знаешь, куда порой его девать. Потому что шоколад сильно много мы сами не кушаем. Ну, и Марселю сильно тоже не даем. Вова уже взрослый, решает сам. Так что вот. А у меня здесь уже все. Сейчас я отключаю, сварилась картошечка. Теперь... Масло уже разогрелось. Чего я рукой трогаю? 11 минут, конечно, разогрелось, пока я болтала с вами. Я лучок уже нарезала и закрыла такой пленкой. Видите, мультиварка уже отключилась от того, что я долго вожусь. И масло уже перенакалилось. Теперь это вытряхиваем сюда. Так, все дело. Одной рукой не совсем удобно. А штатив не хочу нести. Вот серьезно. Не хочу. Идти за штативом. Будем делать так. Теперь мне нужна лопатка. Лопатка. Вот она. Это дело помешаем. Я сначала хотела сковородки. Сейчас что-то думаю. Ах, сделаю я в мультиварке. Да? Все, сюда буду картошку... Потом галушки сбрасывать. Я уже резала сосиски. Сейчас немножко обжарится. Лучок я тоже туда кину, обжарю сосиски. Слышите, ребят, у меня вытяжка гудит, да? Она такая у меня убойная. Больше гудит, чем вытягивает. Высыпаю сосиски, да? Перемешиваю. Я же сказала, сегодня будет кухонный влог такой. Так, сейчас закрываем. И что я еще придумала? Смотрите, я придумала, у меня в холодильнике было яички вареные и крабовые палочки. Так что я сейчас по-быстрому сделаю любимый Марселя салат. Легкие. Это яички вот эти вот. Ну, хотелось бы больше яиц, но нету. Ладно, будет столько. Больше будет крабовых палочек и больше будет кукурузы. Марсель обожает этот салат, еще майонез, соль и перчик. Так что картошку я попробовала, а она еще, представляете, не совсем мягкая, поэтому я еще оставила ее повариться. Так что вот, на кухне у меня дел не в проворот, ребят. Марсель пришел на помощь, мама его позвала. Я говорю, помешай, сынок, салат. Только Марсель, ты только мешай не по всей кухне, пожалуйста. На, сначала перчик, я соль уже сделала, майонез. Покрути сюда перчик. Да, да, да. Он любит у меня готовить. Он поваром, наверное, будет. Ты видишь, не сыпется, сильнее нужно крутить. Нижнюю ручку держи, а вот эту крути не туда-сюда, а в одну сторону, как точилку ты крутишь с карандашом. Вообще там что-то сыпется, нет? Сильнее. Одну сторону держи. Над чашкой, пожалуйста. Подожди. Да, я подделаю. Вот, смотри, нижнюю часть держишь. Смотри, а верхнюю крутишь. На, покрути вверх. Вверху крути. Нет, вот. Еще, еще. Видишь, она туго идет? Еще. Вот.
Он съел, короче, крабовую палочку. Сначала сказал вкусно, а потом говорит, не, невкусно. Он говорит, не буду это салат. Я говорю, так это твой любимый. Сына. Подожди, как ложку держишь? Вот так. Потом другой рукой держишь чашку. И это вот так, смотри. Окей, окей. Подожди, я покажу еще. Я стал. И нужно вот, смотри, где яички. Аккуратно просто. С пистолетом тут совсем, короче. Аккуратно, чтобы она не разлеталась по всему столу. У меня сейчас тут все будет. Термомикс и все. В майонезе в яйцах. Ой, а я пока месть картошку хочу. Думаю, что тут висит, а тут оказывается. Вот. Маслину сейчас попробуем. Подожди. Да, ну ты хорошо пьем? Подожди, вот смотри. Да, я не хорошо. А вот это где хорошо? Тут майонеза еще даже нету. Смотри. Пробовать хочет, тестировать. Подожди чуть-чуть. Тут даже еще ничего не пропиталось в майонезе. Попросила сыночку помешать. Угу. Знаете, помешать, чтоб помешал. Что это у вас тут такой звук? О, господи, ну что такое этот отсвечивается? Че? Побольше второй раз туда ложкой не лезь. У меня картошка уже готова. Че, сынок? Без меня, папа. Перца побольше? Может, соли надо? Байс. И соль надо? Нет. Ложку мыться брось, чуть-чуть всю ее пооблизывала, потом салат. А я пока тут, короче, туда-сюда с этим салатом, у меня немножко лучок. Ну, не прям подгорел, но, короче, прям такой вот коричневый-коричневый. Так, что тут, ну-ка, давай. Нам нужно укропа. Чего? Перчика, думаешь, еще надо? Да. Да, подожди, я крышку открою тут, да. Аккуратно. Вообще-то рукава подкачивается. А майонеза, мне кажется, чуть-чуть не хватает. Он суховатый. Ну вот Марсель прав был. Нужно было добавить немножко соли, немножко перца. Теперь смотрите, у нас какой салатик получился. Это просто на ужин будет. На ужин такой. И как раз вот галушечки, картошечка. Все. Я его сейчас накрою, уберу в холодильник. Вот. И займусь дальше галушками. Видите? Сейчас, секунду, сына. Картошечка, да, уже здесь с сосисками, с лучком. Я картошечку предварительно солила. Сейчас надо галушки и сюда. Вот как я могу смотреть прямой эфир Оксаны, когда вот он тут сейчас расстреляет своими пистолетами, да, Марсель? А? Ты ничего не знаешь? Типа я не я и жопа не моя, да? Вот, пожалуйста. А я смотрю, вроде ничего, Оксан, а он не дает. Спасибо. Вот видите, мне приятно. Очень приятно. Значит, не зря я суп снимаю. Ну, как бы, сына. Хотя терпеть не могу, это. Я еще тестом занимаюсь. Вода уже почти закипела. Смотрите, я уже, короче, умудрилась все-таки. Марсель мешал, но я закинула галушки наши. Они варятся. Здесь я уже показывала, да? Картошка с лучком, сосисками ждет своей очереди. Сейчас галушки отварятся, я их туда и немножечко их прям на жарке обжарю. Буквально пару минут, чтобы просто они перемешались между собой. Ну вот что у нас получилось. Смотрите, я перемешала немножко. Этот раз я делала картошку покрупнее и прям делала, ну как, сами галушки покрупнее, да. И тесто израсходовала, последняя картошка как раз у меня ушла, и еще и сосиски. Короче, это все было, все, что здесь, вы сейчас видите, это все было последнее в холодильнике. Поэтому, ну, как раз вкусно, горячо, покушаем сейчас салатиком. Марсель у нас снимает пробу. Как, Марсель, салатик? Вкусный? Попробуй галушку. Такая у него галушка, картошка. Галушка, картошка, сосиска и салат. Я сказала, говорю, галушечку, а он сосисочку. Сосиска вкусная, а галушку. Потихоньку горячая, да? Подумайте.